Доброго утречка, друзья. Приехал клиент с Ростова-на-Дону за... Не то, что за, а уж посмотреть. КамАЗ сельхозник 65-115, который 17-го года. Нет, уже... Ну да, 8 еще нету. Вот так бывает и рано. Встречаемся, друзья. Дел много. Сейчас ее заведут. Вот так вот не сразу завелась. Естественно, ее давно не заводили. Напишите, пожалуйста, друзья, хорошо ли завелась, плохо ли. Естественно, друзья, для другого клиента, который под заказ сделает, ну, ему делаем, такая же будет машина, только с Евро 2 2012 года. И я так думаю, и обязательно будет мега крутой видос типа батла. Они визуально один в один. Но один будет 17-й год, второй будет 12-й год. Один будет Евро 4, другой будет Евро 2. Так что, друзья, ждите, скоро будет просто мега крутое видео. Напоминаю, эта машина у нас с пробегом 37 тысяч. Ну, как бы не моя совсем специфика. Ну, как-то так. Ну, все равно, кто-то же... Место новое ищет, смотрит. Поэтому, пожалуйста, вот она есть.